Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании SEM, модель под номером 16201. Ну, судя из перевода, это у нас король ночи. Ночной король. Это, насколько я знаю, из какого-то кинофильма. Могу ошибаться, поэтому врать я не буду. Это у нас, получается, персонаж какого-то фильма. Далее. Прикольный блокад. Компания SEM прикольно делает. Ну, давайте, естественно, с нашей модели. То есть это у нас носики, которые в наборе номера красок, которые компания предлагает для окраски модели. Переворачиваем сам персонаж, и все подписано, что и как. Далее у нас небольшой плакатик, который при окраске вы можете ориентироваться на него, чтобы покрасить свою модель хорошо и качественно. Я что-то ни разу не собирал, но мы с вами сейчас вместе посмотрим. Интересное направление. Тут у нас подставка в виде провала. Пролито хорошо. Далее меч. Прикольно, кстати, сделан меч. Меч у нас сделан из прозрачного пластика. Это будет смотреться круто. Щеряне круто. Да? Шикарно смотрится. Вон эти сами не дали. Один литник. Так. Лицо пролито шикарнейшее, вообще обалдеть. Так, его, скажем так, костюм также пролит хорошо. Тут у нас все, рифление, все сделано. Так, запястье выполнено отдельно от литников. Уровень литников, отдельные детали. Это он держит оружие. Толкатель на внутренних частях элемента. Вот, стыка пресс-фор нету. Ну и на этом я завершу обзор. Если вы любите этот телесериал, это точно знаю модель телесериала, то она обязательно должна быть на вашей полке. Даже если вы любите просто 16 масштаб, она обязательно должна быть у вас. Всем спасибо, всем пока!